Спасибо. Ой, как зовут? Снежинка, девочка. Это вишенка. Снежинка. Снежинка, да. Снежинка? Да. А у меня вишенка. Здесь композиция вне очереди. 1000 рублей. Повторить. Художественный. Отдохнули, значит, сегодня в замечательном караоке-баре на улице... Какой? Правды. Правды. Вот сейчас мы смотрим на улице Правды, да, под названием... как же называется? А, Черный Ворон, да. Да? Да. Black Crow, да, такой. Ну, вообще, кстати, очень хороший, на самом деле, караоке-бар, душевный, все современно, все там, АСТ, все дела, новые базы. Ну, человек нормальный, конечно, такой, да, не скажешь, что прям дешево, типа песни бесплатные, ну, еда нормальная, как бы с выпивкой так стоит. Ну, как в нашем Негроне, по сути, да. Также оставляешь денег. Ну, я вот точно получу хорошее впечатление. Вот, Винуська, не знаю, она, конечно, не поющая у меня девушка. Ну, послушала всех, красиво. Кого-то красиво там кто-то пел кого-то очень. Кого-то просто послушал. Кого-то просто послушал, да, всякое было. Вот, но... Когда-нибудь в следующий раз, возможно, если мы будем в этом городе, мы, естественно, еще раз туда зайдем. Да? Угу. Опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду. Домой по привычке. Пара-пара-пара-пара-пара-пам. Е-е. Тут лужа.